За последние 10 лет в Кустанайской области введено в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров жилья. В большинстве случаев это коммерческая застройка. За счет государственных средств построено лишь 18% от общего объема. Сегодня к работе активно подключились дочки государственного холдинга «Байтерек» и средства по программе «Нурлыжол». Это важно, потому что в области 23,5 тысячи человек стоят в очереди на жилье. Основная масса, конечно, приходится на Кустанай. Очередь составляет почти 12 тысяч горожан. Еще 15 тысяч стоят в очереди на земельные участки. Мы 9 кредитных домов уже начали строить на 29 тысяч квадратных метров. Путем уже выпуска облигаций, привлечения денег «Байтерек Девелопмент». Несколько коммерческих застройщиков также уже работают над строительством 9 домов. Сейчас у нас в основном на стадии подписания уже договора с «Байтерек Девелопмент». И казахстанская ипотечная компания сейчас уже проводит конкурсные процедуры на строительство 3 домов на 19 тысяч квадратных метров. То есть это в целом на 2 года с «Байтереком» 21 дом на 90 тысяч квадратов. Для того, чтобы решить вопросы обеспечения населения жильем в Кустанайской области, были определены приоритетные районы застройки. В Кустанае это микрорайон «Аэропорт». Почти вся инфраструктура сюда уже подведена. В этом году работы будут завершены. Запланировано 2 детских сада. Предполагается строительство жилого фонда. Из них 14 тысяч квадратных метров, вот 4 дома мы сдали в этом году. Один дом планируется по линии КИК, уже объявлен конкурс, квадратный метр по 148 тысяч тенге. И дальнейшие дома, строительство уже заложены, идут сейчас по линии «Байтерек Девелопмент». В микрорайоне «Юбилейный» по замыслу градостроителей тоже будет многоэтажная застройка, в том числе и малогабаритное жилье для молодых семей. Также в микрорайоне «Северный» поселка Заречный готовят инфраструктуру, чтобы затем выделять земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Ожидается, что участки люди начнут получать уже в этом году. Однако самыми перспективными в плане ИЖС называют микрорайоны «Кунай» и «Южный» поселка Мичуринская. В перспективе под застройку выделят почти 4 тысячи участков. Манарбек Касколов и Ярослава Богатырева. РТН.